Находимся на первом этапе по мотокроссу и питбайк соревнований. Первый этап Свердловской области по питбайкам в городе Нижний Тагил. Там уже собирается все. Идем. Самое главное, е-мо-то. Нету детей. Вот он уже сегодня... Сегодня уже все в М12. Так что, Тёмыч, ну-ка покажи, на каком мотоцикле ты сегодня гоняешь. Представь, что это МХР 18... 19-го года уже. 3-0 получается. Ну и чем он отличается от вот 2-0? В принципе, всем. Всем? Да. Ну, что за ответ? В принципе, подвеска. Всем. Подвеска, тормоза. Тормоза другие, что ли? Вилку сделали по-другому, раму. А, ну вот тут нормальное крыло сейчас, я смотрю, оно красиво. Раньше какая-то лопата была обычная. Удобная посадка. Ну это понятно, то что рама высокая, это хорошо, конечно. Да, пластик он не. Пластик. А фильтр бокс, ничего нету? Нет. О, да ты на Дейтоне уже ездишь? Короче, раз Дейтона, дальше. Ну, у Вадимчика мы знаем, на чем он ездит. Он, как обычно, на MXR 2.0. Тоже Дейтона, да? Вторая Дейтона. Ну, это предыдущая версия. Я же говорю, тут какая-то щиток, крыло, по-моему, другое какое-то. Ну, это красивше. Ну там красивше. Ну ладно. Там красивше, здесь не красивше, здесь хуже. Ну тоже Дейтона. И у нас еще есть два МХР, это у нас что получается? Снега? Пойдем покажем свой этап. Это уже третий МХР, тоже, кстати, на 190... А, подожди, на 190 или на 150? 190 Дейтона. Ну и что, как, радует? И у нас еще один есть МХР, это Галя. О, нифига, а что так можно было, что ли? Подойти так просто, тупо помыть чуть-чуть. Галя, не уходи. Расскажи, у тебя что за аппарат? Не знаю его. А? Я не знаю его. А, не знаешь, ну я тогда расскажу. Это MXR 3.0. Мотор, кстати, это четвертый MXR, но обычный 160-й моторчик. Я только с ним знаком. А, сегодня первый раз на нем. Я его первый раз вижу. Ну и как ощущение-то? Во! Как обычно в Тагиле, несмотря на плохую погоду, такая ветреная, не очень солнечная. Народу, как обычно, ну, достаточно много приходит. Внимание, списки результаты. Монстр. На входе в школу. Сейчас расскажу.
подождите, разберемся. Я не на маленьких колесах, а на нормальных. Мы на питбайках, питбайк. Мы настоящих питбайках. Мы не на питбайках. Вот, нас всего собралось 3 отважных мужчины, вот так скажем. Все остальные тоже отважные, но уже... Да я в М12. А у Артемки просто колесо что-то там заклинило, а дядь Коля, но он уже старенький. Может, но не всегда. Вот это у нас что, ЧЗ? И вот это у нас этот Мотолен 250, да, в класс питбайках. Короче, надо посмотреть сесть и ехать хотя бы третьим. Чтобы третьим. Стойкин Сергей, ты подожди, какой получается? Четвертый. Пятый? Че ты, что ты обманываешь? Чего хоть? Вот же он в зачете. Первое место. Это не считается. Да ладно, что ты? Ты сейчас его объедешь. Интересно, а в общем зачете я какой приехал? Я вообще не видел вот этих вот... Подожди, ты передо мной ехал, получается, или за мной? Перед тобой. Передо мной. Я ехал за ним. Ты ехал за ним? А, ну я, значит, где-то... Результаты, какое короче, питбайк результаты, вот. Получается, Тёмочка Шицын, несмотря на заклинивший задний тормоз, в первом заезде приехал третий, последний, и несмотря на спустившее колесо, разбортовавшуюся покрышку, на заднем колесе доехал первый во втором заезде, и в итоге он вырвался в первую позицию. Свяжен Артём приехал в первом заезде первый, во втором заезде последний, в итоге второй, и Николай... Блин, огромное ему прям вообще уважение. 2 раза второй приехал. Вот это стабильность, ребят. На самом деле, я думаю, дядя Коля должен быть второй. Ну стабильно 2 раза второй. По идее, вот он должен был. Ну да ладно. Ну и у нас класс недомотоциклы. Кто у нас первый? Вадим Кашицын первый. А, Артём. А, кстати, кто такой? Это местный получается? Нет, а нет, заречный. Третий. Деверинчук Иван. Иван, поздравляю, ты молодец. Шайсламов Кирилл чуть-чуть не дотянул. И Сидойкин Сергей. Кстати, вот у них заруба была, я видел. Они прям ехали всю... Весь второй заезд зарубались. Если у Сереги есть видео, он обязательно его сюда посмотрит. Кстати, открыли ребята класс ЧЗ. Все Велси 250-ки, там Минские. Что у нас там еще есть? ЧЗ-ы, ИЖ-кроссовые, К-16. Вот класс под вас. Ребята, вы давно хотели? Вот он. Давайте, давайте. А, кстати, туда же можно засунуть китайский эндуро на воздушке. Да? Да. Вот у нас третий из 3. Молодец. Питбайк М12. Миша, красавчик. Третье место, номер 164. Егорь Николай, город Североуральск. А? Кажется, второе место, спортсмен под номером 10. Вяжен Артем. И первое место в классе питбайк М12, спортсмен под номером 186, Кашицын Артём, Аплодисменты. Фотографируем, радуемся. Байк М14, пятое место, спортсмен под номером 15, Сидойкин Сергей, Екатеринбург. Четвертое место, спортсмен под номером 5. Шаисламов Кирилл, город Заречный. Гай, Моторс, ЕКБ. Хэштег Дрэй. Здрасте. Настя, ты поняла, что ты сейчас сделала ошибку? Он надолго это запомнил. Это есть на видео. Второе место. Спортсмен под номером 48. Песников Артём, Заречный.
И первое место в классе мотоциклетных байков. А, вот первое место. Спортсмен под номером 86. Кашицын Вадим Артемовский. Настя, я устал. Как ты устал? Ты не можешь устать, наблюдать и помогать вам всем. А что у тебя с губой вот здесь? Что за бяка? Грязь отлетела. Да ладно, мотокросс. Второе место номер 121 квадрон Дмитрий Карпин. Откуда этот срок? Мото. Пойдемте поснимаем. Тёмыч? Ну все, поздравляем, молодец, Тёмыч. Ну да, друзья, добавляйтесь, у нас всего 3 участника, так что мы по-любому все в призах, а будут новые люди, будет борьба. Ну, подписывайтесь на канал, да? Мы не заканчиваем. А, мы не заканчиваем? Да, приходите на другие видео, так что мы не прощаемся. Ну, гонки закончились. Мы сейчас поедем вообще с комфортом, да? Как гангстеры поедем. Бутерброды сделаешь? Ну, не, мы там в дороге сделаем. Нет, ты сейчас, ну, короче, сделаем. Как гангстеры поедем, форточки открываешь, дым пойдет такой. Ну, блядь, точно. Да-да-да, давай быстрей. Давай. Все, я в машину. У нас только что закончились гонки в Нижнем Тагиле. Мы с Артемом зарядили кальян. Буквально 50 метров отъехали трассы и начался град. Еще раз скажу, давайте, ребята, в наш класс, в М12 на мелких колесах, нас всего трое. А борьба там Николай Едукин, он опытный мужик. Там Артем Кашицын, он в том году был красивый, занимал первые места. Ну и я как бы так потихоньку. Старпер. Так что, ребят, давайте мелкие колеса ставьте и будем дубасить по-нормальному. В таком ухаре в транзите мы едем. Ни в одном транзите такого нет. Там гирбайк, тут кальян, там вообще все хорошо.